Снаружи активный демонтаж фасада, а внутри кипит основная работа. В здании под номером 22 на улице Октябрьская шаг за шагом появляется сервисный центр «Банк Открытия». Создание контактного центра всероссийского масштаба в Ульяновской области – инвестиционный проект. Соглашение о сотрудничестве с руководством банка Сергей Морозов подписал в начале этого года. Сервисный центр условно разделен на две части. Первая – колл-центр, вторая – подразделение операционной поддержки и финансовой дирекции. Наш проект является особо значимым инвестиционным проектом в Ульяновской области. Мы получили статус в прошлом году. И, соответственно, как бы этот проект, ну, мы считаем, что как бы я считаю лично, что для области как бы очень значим, потому что мы создаем дополнительные рабочие места, которые, наверное, будут очень интересны нашим гражданам, нашим жителям. На втором этаже здания с 3 июня работу начала дневная смена. Сейчас в центре трудится 160 человек. Здесь их принято называть не операторами, а специалистами. В конце августа заработают остальные подразделения центра, поэтому до конца года работу получат еще 300 человек. Всего до 2020-го к работе в сервисном центре планируется привлечь до 1200 жителей региона. Всем тонкостям работы обучают и в самом здании. При контактном центре открыто 2 учебных корпуса для помощи молодым специалистам. Работа очень интересная. Звонят, как я уже говорила, клиенты со всей России. То есть это не простая входящая линия, мы клиентам помогаем. То есть мы рассказываем им то, как нужно им действовать на месте ДТП, подсказываем их дальнейшие действия, регистрируем страховые случаи, консультируем их по статусу дела. Сервисный центр в Ульяновске нацелен на работу с клиентами Центральной России. Рената Лиулова, Юрий Конихин, новости УПРАВДЫ ТВ.